Сегодня региональная власть поддерживает представителей бизнеса, которые оперативно в непростой обстановке распространения коронавируса перепрофилировали свое производство на выпуск дефицитной продукции медицинского назначения. Сегодня наша компания снимала одно из таких предприятий совместно с федеральным каналом НТВ, который тоже заинтересовался тверским брендом. Компания «Здоров» успешно освоила производство, пожалуй, самого ходового по нынешним временам товара – медицинских масок. При этом фирма использовала свои огромные наработки в области апитерапии. Каждое изделие укомплектовано вкладышем из прополиса. Этот природный материал оказывает огромное укрепляющее воздействие на иммунитет, что особенно важно сейчас, в разгар пандемии коронавируса. Компания «Здоров» уже давно известна на рынке медицинских изделий. В условиях пандемии коронавируса руководство перепрофилировало производство на изготовление без всякого преувеличения крайне востребованного товара – защитных масок. Мы перестроились очень легко и очень быстро, потому что все швеи квалифицированы. И для нас шить любое изделие сложности не представляет. Время такое, надо перестраиваться быстро. В итоге уже несколько недель здесь идет пошив защитных масок, которые выгодно отличаются на фоне аналогичной продукции других предприятий. Во-первых, их изготавливают из такого экологически чистого материала, как лен. Но самое главное, в каждую вставляется прополисный вкладыш, улучшающий бактерицидный эффект. Закупаем у пчеловодов по всей стране нашей прополисные холстики, которые используются в ульях, нарезаем на вкладыши, и вкладыши вставляются в маску. Это абсолютно натуральный продукт, антисептический, который помогает дышать чистым воздухом в наше непростое время. Напомним, что прополис – это клейкое душистое бальзамическое вещество, которое вырабатывают пчелы. Оно оберегает рой от бактерий, грибков и вирусов. Специалисты уверены, что улей – это самое стерильное место в нашей природе. В прополисе содержится очень много различных веществ. Например, самые основные – это флавоноиды. Это различные смолы, как бы их очень много, а в комплексе они называются флавоноиды. Вот. Чем больше их содержание в прополисе, то есть чем чище прополис, который поставляют нам поставщики, тем, соответственно, лучше наша продукция. Стоит отметить, что вкладыша из прополиса хватает на 3 месяца. А саму маску из льна можно постоянно стирать. Неудивительно, что такие изделия пользуются большой популярностью у посетителей аптечной сети 36,6 «Здоровье». Имея по всей Тверской области 33 точки, она единственная, кто реализует продукцию компании «Здоров». Маски берут хорошо, они являются многоразовыми, покупатели их, и они им понравились и очень любят их. Прополисная маска – это защита, созданная самой природой. На полках аптек сети 36,6 «Здоровье» можно заметить и другую продукцию компании «Здоров». В частности, крема, где тоже используется продукция пчеловодства. Прополис, воск, оливковое масло, пчелиный подмор и огневка. За счет этого крем можно использовать не только в косметологических целях. Здесь нет химических консервантов, здесь все абсолютно натуральное. Можно его использовать хотя бы в нос, смазывать слизистую носа, и тогда прополис, как сильнейший природный антибиотик, будет помогать защищать дыхательные пути от бактерий и вирусов. Параллельно компания «Здоров» наладила выпуск еще одного востребованного сегодня товара – антисептика для рук на основе эффективного изопропилового спирта. В ближайших планах нарастить выпуск медицинских масок. Сейчас их изготавливается до 1000 в день, а потребность намного больше. Поэтому на предприятии намерены перейти на работу в 2 смены. Так что набор новых сотрудников уже в самом разгаре. Ведь надо быстро реагировать на запросы времени и населения, особенно в условиях эпидемии.